Всем привет! Новый год уже близко. И какое же видео нам еще снять, как не постройку просроченного новогоднего дома? Ну где-то шутка? Нет! Я купила его год назад. На мой день рождения. На этом можно закончить. Приступим! Клей! Откроем клей для начала, хотя бы он не просроченный, из да? этого всего, да, просроченный только. А тут уже открывал? Я тебя понюхала. Я поняла тебя. В общем, ребята, ты инструкцию выкинул, с чем? Или нет? Наверное, я надеюсь, что... Будем по инструкции действовать? Нет. Да. Какой-то есть что? Флаг. Не флаг. Это для крыши. А почему он уже... Стой, ты его... Очень хорошая идея кушать этот домик. Нормально. Так, давайте пока что лишнее берем, будем действовать по инструкции, как бы, да? Вообще-то тут ты все. Что? Нечего ужать, все, пошли, поехали. Возьми, делай пока другой. Ты не... А столько ног? Много нужно? Интересно, это я не знаю. Но... Как ты намазала? Да. Да нет, как бы не надо так много. Я хочу чуть-чуть вот сюда поделиться. А зачем? Грибок. Точно это? Да. Кажется, как будто бы... Ну ты держи, но это же не клип стоит. Я немножечко вот так сделаю, чтобы... Одну вечность спустя. Нет, это, конечно, трэш полнейший. Не надо даже проверять это. Почти держится. Ну, я же говорю, не держится. Я говорю, почти держится. Давай поставим просто его. Почему не держишь? Мы не одеваемся в бутике модным. У нас тут наши папы. Работают в банке. Путешествуй стол. И мы не катаемся на иномарке. Да он уже, слушай, уже поздно, он уже что-то думать уже что-то. Не, давай его развернем, чтобы они видели. Чего они видели? Ну, давай дорожка у нас не получается? Да, давай боком развернем. Давай. А пол там как бы нет этого пола? Как бы нет, это слишком круто. Трэш. Не жалей, нас три. Экономия, на что ты экономишь? Может, будешь что-нибудь приклеивать? Ну что за неровности? Да. Я бы тебе поставила двойку. Не надо! Зачем так много? Ты вот опять будешь потом пальцы вылезать. Да. Все. Тут нельзя сразу нормально. Трэш. Что? Стаковочка. Что ли за стаковочка? Все нормально. Он немножко парит у нас. Дом летающий, ребята. Так, подождем или нафиг будем дальше строить? Нафиг. Действительно. Крыш. Сломать прикольно. Так, давай примерим. Примерим. Я ничего не вижу. Можно туда? Или просто вот с этой стороны? Короче, по периметру. Ну да, как бы. Так, еще раз. Я забыла. Потом можно эту трубу клеить. А потом... Смотри, что там. Давай, обзор. У нас уже немножко как бы... Но это не я. По-моему, их тоже надо горячую воду. Ой. Снежи. Все. Снежинки. Мини M&M's. И три цвета Нового года. О, клей такой красивый, блестящий. Перламутровый. Или просто уже все. Я хочу думать, потому что он просто блестящий перламутровый. Это так, такая... Да. Да. And we are just кладем... А если что? Пониже, конечно. Уже... Если что, это снег. Да. Ну, кстати, да. Да. Все. Все. А, интересно, хороший ли я его понял? Нет.
Только в дом у нас получается. Так, вот, все мило. Снег. Снег. Вон, Джингл Беллс, ребята. А почему я на твоей стороне этот дом делаю, если должен быть посередине? Знаю. Все, отлично, держится. Отлично, ребята, мы построили дом. Шок, теперь люби, есть где жить твою. Так, это не. Хорошо, ну что, начнем украшать? Нет, надо трубу. Это надо. Да. Хватит трогать снег. У нас не будет трубы, потому что у нас не будет трубы. Да. Потому что у нас не будет трубы, у нас будет просроченное печенье. Не, можете сюда построить? Труба плоская. Вот с этой стороны. Смешно, как она упала. Ребят, труба. Да, это полная труба. Давай. Нет? Не, а давайте типа, не вот так, а типа вот так. Ну вот по этим линиям, чтобы было симметричнее как же. У нас будет такая типа. Такая, типа. Что-то мне немножко это... Немножечко рука. Нет, ты в курсе, что нужно, типа, я специально пропускаю два, чтобы типа был красный и зеленый. Так вот красный. А ты думаешь. Белый. Ладно. У меня немножко так я тоже не нарезала. Почему у меня так рука? Ой, я вообще сбилась. Тихо, так хорошо. Иди сюда. Что? А, все. Видишь, как у меня дрожит? Ложись! У меня же тоже ничего не ровно. Белый невкусный, кстати. Кстати. Зеленый вкусный, мне нравится, я хочу его съесть. Ну так тоже надо же. А здесь? Я в процессе. Зачем? Ну это лайфхак, чтобы не дрожала рука. Трэш. У нас будет он красив только с одной стороны. С этой, где вы ничего не делали. Это да. Я про эту сторону и говорю. Где ты? Вот тут сейчас будет. Ой, точно, у нас же еще снег. Как-то сверлся. Ну зачем дофига зеленого? Добавь белого. Белого добавь. Ну я фу, я ненавижу такое. Бэк. Не открывается. Я подружалась, хаос начался. Я не особо это все соблюдаю. Я не знаю, поверху. Все, хватит, дусь тебе. 10. Белку-то тупой. Он не делает. Ты что творишь? Что это? Да. Зачем? Ладно. Нет, открой снежинки. Это тоже кидай. Аккуратно. О, я хочу кидать. Грустно. Это все? Как? Мэджик. Что вообще происходит? Там какой-то трэш, Люба. Что ты, ты бахнул клей просто так на середину? Зачем? Ну, аж хаос продолжается. Труба. Бесит этот клей, я хочу убрать. Все уже. Ну что ты делаешь? Было нормально. Я клей размазала. Размазала. Ой. Это ёлка. Да? Да. А это мои шарики. У меня все шарики на полу. Может, смотри, знаешь что? Посмотри, вот если по этим белым вот так типа, положить эти все штуки, будет бы гирлянда. О май гад. Я займусь. У меня тут тоже вообще с моей стороны есть. О май гад, so beautiful.
Тойр. Новый год слишком сложный праздник для нас. Блин, спасибо. Да вообще, у нас лучше немножко поехал. Ой, не нравится. Давай еще тут дверь обклеим. Ну слушай, сейчас у нас и дверь поехала. У нас стена едет. Куда? Вот, все нормально. А та едет? Не надо. Нет, все, эта крыша будет самой красивой. Вот это. Сейчас будет обзор на дом. На дом к нам приезжает. Знаешь, типа красивые кадры. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что у вас дом получился намного лучше. Нам, как всегда, да, понравилось снимать это видео. Пока. Я сломала дальше. Я это начала, так что... Я говорю, он очень твердо выдавливает. Размазка. Только руки помыла. Мне ничего страшного. Да он просто ломает этот клей, он такой твердый. Что ж, трэш какой-то происходит. Вот. Ты уверена, что он так был? Да. Ой. Едет обратно, едет. Короче, давай просто холодильник обусаем и дальше. Как? Нет, пусть он стоит уже здесь. Нет, пусть Можем он стоит. Но... Нет, давай мы подождем, пока хотя бы чуть-чуть засохнет. Он же не засохнет. Он вдруг засохнет. За ночь. Все будет хорошо. А, да? Да. А тут крыша уехала совсем уже. Мы умираем. Я хирург. Тебе нет права на ошибку. Да. Здесь давай оставим его уже помирать спокойно. Нет. Мы спасем его. Нет. Да, мы справимся. Вот. Все будет хорошо. Не умирай. Не умирай, пожалуйста, я тебя люблю. Все, пусть стоит, не трогай. Пусть стоит. И потихоньку помирает. Я никогда этого не переживу. Я в его крови. У нас пол снежинка. Это его Он умер у меня на руках. Ты, он же еще не умер. Он все еще держится.